Первая книга Паралипоменон, глава 13. «И советовался Давид с ищеначальниками, сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян, «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа, Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской, и вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам, и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что в дни Саула мы не обращались к нему». И сказала все собрание, да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым. Так собрал Давид всех израильтян от Шихора египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кирья-Фиарима. И пошел Давид и весь Израиль в Кирья-Фиарим, чтобы иудеишь, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, сидящего на херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза, и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божиим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в тот день и сказал, «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давида, а обратил его к дому Авидара Гефянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца, и благословил Господь дом Авидара и все, что у него».